Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий Мордашов, и сегодня я представлю вам наш российский асимметричный ответ Pokemon Go, проект Z9. С чего все началось? В какой-то момент мы заметили, что во всех странах мира есть автомобили. На всех автомобилях есть номера. Все номера состоят из букв и цифр. И это такой естественный рендом чисел в естественной среде обитания современного человека. Именно поэтому мы решили создать первую в мире мобильную игру, в которой игровыми картами станут 1 миллиард автомобилей вокруг нас. Как это работает? Вокруг вас хаотично большое количество автомобилей передвигается с разными номерами. Какие-то номера более сильные, какие-то очень крутые. Вы их фотографируете, и это ваши игровые карты в нашей игре. Вы их используете в онлайн-поединках с игроками со всего мира. Это такое объединение онлайна и офлайна в единое игровое пространство. Все это завернуто в такой шпионский сеттинг, спецслужбы, спецагенты, шпионаж, разведка. Наш основной рынок — это США и все остальные страны мира. Целевая аудитория — мужчины 14-35. Игра free-to-play, вы можете скачать ее абсолютно бесплатно в App Store, в Google Play. Монетизация. Зарабатываем деньги на встроенных игровых покупках и на рекламных возможностях. Вы можете купить суперсильные номера, бустеры, сундуки со всякими ништяками и тому подобное. У нас очень позитивные отзывы от первых пользователей. Вот здесь лишь маленькая часть. I absolutely love the idea. It was unlike anything I've played before. Наши менторы, эксперты игровой индустрии дают очень позитивные оценки. Говорят, что у игры очень большой коммерческий потенциал. Ближайшим аналогом тому, что мы делаем, является проект Pokemon Go. Все вы его хорошо знаете. Они установили абсолютный рекорд в игровой индустрии, запустившись вот прошлым летом. За первые 7 месяцев после релиза ребята заработали 1 миллиард долларов. Мы целимся туда же. Рынок мобайла растет. 80% всех денег в мобайле тратится на мобильные игры. Что важно, обычно игровые механики нельзя запатентовать. В нашем конкретном случае мы смогли это сделать, потому что мы находимся на пересечении нескольких технологий. И вместе с нашими сколковскими юристами мы оформили международную патентную заявку и очень рассчитываем, что это позволит убрать всех клонов и занять эту территорию. На текущий момент что мы сделали? Мы осуществили софт-лонч на рынках Австралии и Канады. У нас есть первые продажи. У нас рекордный коэффициент виральности. Мы видим, что некоторые наши игроки отправляют своим друзьям приглашения через Facebook, там, приглашая до 200 друзей. Нам удалось объединить вокруг себя очень большую команду с большим опытом, более 200 лет в маркетинге, в гейминге, в мобайле. Отбираем самых-самых-самых лучших, все красавчики, про каждого могу рассказывать месяцами. Что мы предлагаем? Мы предлагаем проинвестировать 300 тысяч долларов за 10% компании. Потенциал возврата ваших инвестиций может составить до 1000x. Эти инвестиции будут направлены в заключительный этап разработки и маркетинг. План выхода – это продажа доли стратегическому инвестору за 3x ревеню годового в течение 4 лет. Это может быть Tencent, который сейчас активно скупает весь топ гейминговой индустрии. Самые свежие новости буквально на днях. Y Combinator принял нас в свою стартап-школу. Мы сейчас там проходим обучение. И то френдли предложение, с которым мы сегодня сюда пришли, оно… Есть ощущение, что оно будет актуально в очень ограниченный период времени. На этом все. Я буду рад ответить на ваши вопросы сейчас или в кулуарах. Большое спасибо, конечно, за внимание. Welcome on board. Спасибо тебе, Дим, большое. Спасибо. Отличный проект. Спасибо тебе.